Анапа возвращается в программу летного расписания аэропорта Иваново. С июня будет выполняться 2 оборотных рейса. Также сейчас ведутся переговоры по поводу полетов в Сочи и Симферополь в летний период. Сегодня из Ивановского аэропорта ежедневно отправляется борт в Санкт-Петербург. И на этом пока все. Перелеты в Москву прекратили в июле прошлого года из-за низкого пассажиропотока. А вот наполняемость самолета в северную столицу в первую неделю 2019 года составила 90%. Такими же 50-местными воздушными судами компания «Руслайн» будет выполнять рейсы в Анапу. Оба направления получили федеральную и региональную субсидии. А значит, билеты можно купить по льготной цене. В Питер, например, за 3 500 рублей при средней стоимости в 4 200. Анапа будет стоить в районе 5 800-6 000 рублей в одну сторону. Ну, соответственно, наверное, будет также будет промо-билеты, но они будут только в начале, соответственно, быстро их раскупают. Поэтому, если хотите купить билет дешевле, надо покупать заранее. Планируется открытие продаж в конце января, в начале февраля. Я думаю, крайняя дата открытия продаж – это первая декада февраля.